четверг в Самарской области облачно. Местами пройдет дождь. Днем 16-19 с плюсом, ночью 10-12 выше 0. Ветер усилится, северо-западный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 12. Северо-западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, дождь, днем 18 с плюсом, ночью 12 выше 0, северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, днем 17 тепла, ночью плюс 11, северо-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.